Во второй школе учитель Рима Овечкина преподает историю, как любой педагог старается, чтобы ребята были увлечены ее предметом, а полученные знания остались надолго в их памяти. После изучения темы «Мифы Древней Греции» в пятых классах Рима Александровна для закрепления пройденного материала подготовила и провела для ребят и их родителей игру «Викторину». Это еще раз внеклассная работа по истории, чтобы дети могли не только на уроке проговаривать и анализировать мероприятия, но что вот такой вот вне рабочей обстановки они могли чувствовать и знать самое главное, что они очень много знают. И вот сейчас очень много говорят о такой игре, как «Что, где, когда». Я думаю, что вот это дети как раз уже будущее наше «Что, где, когда». Вот таким интересным и увлекательным способом ребята закрепили ранее полученный материал и показали родителям свои коммуникативные и интеллектуальные способности. Для меня это был сюрприз, скажем так, удивление большое было и, наверное, все-таки счастье. То, что счастье состоит в том, что дети такого возраста, они знают очень много, они умеют удивлять, они умеют поражать. И, вы знаете, это не потерянное поколение, скажем так, потому что дети, знающие в 10, в 11 лет такие глубокие вещи о Древней Греции, они поражают. На уроках Рима Александровна учит ребят делать выводы, обобщать пройденные материалы и считает, что самое главное – научить ребенка ориентироваться в историческом пространстве и мотивировать школьников для самостоятельного расширения кругозора к познаниям предмета.